мне нужно научиться чему-то новому. Что мы будем делать, когда заключим Белиала и Азмодана в Камень Души? Я уничтожу его, и семь воплощений зла перестанут существовать. Возвращаюсь в город. Мы должны добраться до Императора. Он сказал, что может отвезти нас к Белиалу. Думаешь, мы можем доверять этому ребенку? У нас нет выбора. Знай, если Белиал почувствует себя загнанным в угол, он обрушит на колдей все зло преисподней. Значит, сначала мы должны вывести жителей из города, а потом уже сражаться с Белиалом. Стальные волки помогут нам. Спасем жителей, но только быстро. Белиал напал на город! Бежим! Ашира ждет нас возле стоков! Мы защитим вас! Поторопитесь! Мы напугали Белиала. Он готов сравнять. Я пока не готов. Настал конец света. Духа недостаточно. Смотри, чтобы никто не попал под огненную глыбу! На западе еще остались. Помоги мне добраться до стоков! Сюда! Скорее! Веди сюда тех, кто остался. Потом будет слишком поздно. Пока не могу. Быстрее к воротам! Нельзя терять ни минуты!
Лия, вспомни, чему я тебя учил. Ты должна разрушить эти ворота. Отойдите назад! Я пока плохо контролирую свою силу. Не беспокойся за нас. Использовать эту способность. Я рада, что это закончилось. Преграждает нам путь. Скорее убей волшебника. Духа не хватит. Достаточно. У меня мало духа. Я не могу. Мне не хватит сил. Ты должна. Давай же. Твоя сила внутри тебя, Лия. Теперь тебе придется действовать самому. Торопись. Я останусь здесь и позабочусь о Лии. Хвала богам, ты прибыл как раз вовремя. Покажи мне камень души. Скоро увидишь. Он станет твоей тюрьмой, Белиал. Умно, но знай, Нефалем. Азмодан знает о камне,
и о заключенной в нем силе. Даже если сейчас ты одержишь победу, он уничтожит тебя и каждого, кто принадлежит к твоему жалкому роду. Белиала. Кто бы мог подумать, что столь порочное создание, как Золтун Кул, сыграет такую роль в нашем спасении? Когда-то Кул неустанно сражался с армиями преисподней. Из его жизни мы можем вынести горький урок. Чем дольше мы сражаемся со злом, тем сильнее оно разъедает наши души.
пора возвращаться. Сегодня великий день. Ты освободил эти земли и низверг владыку лжи. Наслаждайся триумфом, ибо завтра нас ждет новая битва. У нас нет времени на отдых. Азмодан готовится уничтожить всех нас. Владыка греха хитер и коварен. Он нанесет удар там, где мы меньше всего ожидаем нападения. И там, где поражение сломит нашу волю к победе. Ты быстро учишься, Лия. А теперь отправляйся в великую библиотеку Колдея и продолжи работу твоего дяди. Я могу отправляться. Дай знать, когда будешь готов. Бессмыслица. Что же не так, дядя? Что я упускаю? Скажи что-нибудь. Алиад, вторжение демонов начнется оттуда. Колдей свободен от власти Белиала.
остался последний владыка демонов, Асмодан. Его армия выступила из глубин Ариата. Только Бастион может сдержать ее натиск. Я не позволю разрушить эту крепость. Защитники крепости долго не продержатся. Они до смерти напуганы вторжением армии Асмодана и бегут под ее натиском. Если крепость падет, Асмодан получит черный камень души. И этот мир будет обречен. Крепость выстоит. Я сплочу ее защитников. Зажги сигнальные огни. И дай солдатам знать, что битва еще не проиграна. Помощь пришла. Иди, ты нужен там, внизу. Камень души становится все горячей. Он давит на меня. Я слышу голоса. Они шепчут мне ужасные вещи. Да, Лия справится, хотя ей будет очень тяжело. Кто-то должен зажечь сигнальные огни. Только не я.